Всем привет! Сегодня сделаю контактную сварку для сборки батареи электровелосипеда и моих самоделок для рыбалки. Из старой микроволновки достаю трансформатор. Вторичную ободку, где провод потоньше, извлекаю из трансформатора. Извлекать буду с помощью стамески. Срубываю очень аккуратно, чтобы не повредить первичку. Прикручу трансформатор к пеньку. С помощью сверла на 10 легкими ударами выбиваю обмотку с корпуса. В качестве вторички для контактной сварки нужен медный провод в 35 квадратов или более. Такой я нашел закрепленным на старом мониторе. Диаметр такого провода почти 9 мм. Наматываю витки сколько получится, без разницы в какую сторону. Легкими ударами резинового молотка усаживаю их поплотнее. Беру латунные клеммы и обжимаю пассатижами. Запаиваю. Благодаря капиллярному эффекту припой проникает во все щели. Вырезал небольшой брусок, чтобы на него закрепить трансформатор. Размечаю и сверлю отверстие. Пробойником вырубал резиновые прокладки. Ставлю на места и закручиваю. С той же микроволновки достаю вот такую кнопку. Она будет служить спуском. И закрепляю ее возле клеммы. Теперь нужны мозги для контактной сварки. Решил сэкономить и купил на Али реле времени. Подключил его по схеме, выставил нужные настройки. Но трансформатор оказался очень мощным для этого реле. В этот раз заказал на Али плату для контактной сварки на 100 ампер. Доставка заняла 5 недель. Подключаю согласно этой схеме. Источник питания для платы должен быть от 9 до 12 вольт. У меня есть старый блок питания от польской антенны, который выдает 17 вольт. В вторичной ободке убираю лишний провод, подбирая нужный мне выходной вольтаж. Термоклеем креплю трансформатор. Пробный запуск. Работает отлично. Размечаю оргстекло и вырезаю алюминиевые уголки. Прикреплю к клеммам электроды из медного провода. Выставляю мощность на 80 и время 2 миллисекунды. Варить буду лентой 0,14 мм.
Пробую оторвать ленту. Выставляю мощность на 60, время оставлю прежним. Сделаю две точки и попробую оторвать. Этот результат понравился больше всего. Ребята, скоро выйдет новое видео, как я собираю батареи на свой электровелосипед и покажу, что стало с ним за 2 года и более чем 10 тысяч километров пробега. Это видео я старался сделать максимально коротким и понятным. Если остались вопросы, пишите в комментариях, с радостью отвечу. Спасибо за просмотр, всем пока.